Мы на трассе традиционного кросса на приз имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова. По глубокому снегу на 68 километров протянулась трасса соревнований. В каждой команде 5 участников. Зачет команде производится по результату участника, пришедшего пятым. В классе машин до 350 кубических сантиметров хорошо идет команда «Динамо». Гораздо труднее приходится преодолевать глубокий снег участникам соревнований на мотоциклах с колясками. Остановка одного мотоцикла задерживает всех идущих позади. Обойти застрявшую машину по целине опасно, потеряешь времени еще больше. Если компактной группой на мотоциклах с колясками идут гонщики Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Участники соревнований на мотоциклах с колясками проходят последний поворот. Команда «Динамо» на мотоциклах классах до 350 кубических сантиметров закончила дистанцию и завоевала приз имени Чкалова. На мотоциклах с колясками первыми финишировали гонщики Центрального спортивного клуба Министерства обороны.